Автомобиль протаранил штаб-квартиру партии социал-демократов. Это произошло в ночь на Рождество. Никто не пострадал, водитель получил легкие ранения. Как сообщается, около полуночи мужчина въехал в стеклянные двери здания штаб-квартиры партии. Машина загорелась, но система тушения пожаров сработала и погасила пламя. Полиция полагает, что мужчина хотел покончить с собой, но он выжил и его задержали на месте преступления. В салоне и багажнике автомобиля обнаружили канистры с бензином и жидкостью для розжига. Двумя часами ранее этот же человек оставил сумку с горючими материалами у штаба христианских демократов. Ее нашли и передали полиции. Мы пока не знаем, почему он выбрал это место. Служба безопасности Германии взяла на себя расследование. Следствие выясняет его мотивацию и почему он выбрал это место. Надеемся, он сможет ответить на эти вопросы.